Добрый день, мои дорогие друзья! Времена отныне они непростые, но кто не отменял йогу, растяжку, разминку и немножечко спортивных движений? Так мы начнем с наших ног. Мы немножечко их растянем, подводимся к нашей попе, спинке, груди, плечиков и освободим наш разум от лишнего мусора. Очень важно в этом непростом времени научиться фильтровать свои мысли, научиться фильтровать информацию, которая исходит извне, которая попадает и засоряет в наше внутреннее энергетическое поле. Садимся с вами поудобнее, ребра обнажены, обнимаем ее как нашего любимого ребеночка и начинаем раскачивать. Приближая нашу ножку все ближе и ближе к себе. Затем мы нашей левой ручкой возьмемся за правую ножку и раскроем нашу правую ручку далеко-далеко назад. Затем мы возьмем нашу правую ножку и подтянем ее максимально близко к своему телу. Глубоко дышим и расслабляемся. А теперь мы берем нашу пяточку и подставляем ее к нашему тазу, обнимая правой ручкой левую ручку и раскрываемся. Пляж назад и в сторону на прохожих. Теперь то же самое мы сделаем с нашей левой ногой. Мы ее обнимаем и аккуратненько покачиваем до тех пор, пока нам не надоест. Теперь мы укладываем левую ножку над коленочки и тянемся далеко вперед. Обхватываем свою левую ручку обеими ручками и вытягиваем эту ножку к себе. Правая рука обнимает левую ногу, а левая рука отправляется далеко назад. Мы машем нашей 53-футовой яхточке. Такая красота! И обнимаемся с нашей ногой. Если вашей растяжки недостаточно, то чтобы так высоко поднять ногу, то вы можете немножечко согнуть колено. Все придет в нужное время. Опускаем ножки и вытягиваемся далеко вперед. Можно завести ручки за спину и опустить голову и раскрыть грудной отдел. Затем мы обнимаем левой рукой левую ногу и встречаемся правой рукой и раскрываемся назад. Порядок не так важен. Затем мы хотим сесть на шпагат. Все хотят сесть на шпагат, и если шпагат у вас уже есть, то садитесь на него смело. А если его нет, то давайте начнем потихонечку. Сгибаем правое колено, выпрямляем левую ногу и потихонечку раскатываемся со стороны в сторону. Если вы чувствуете, что этого недостаточно, вы можете раскрыть пяточку еще. Продолжать раскатываться со стороны в сторону. Вы можете продолжать еще и еще до тех пор, когда ваш шпагат окончательно раскроется. То же самое мы проделаем со второй ногой. Thank you so much! Yes, come! Мы подвигаем левую пяточку к земле. И раскатываемся со стороны в сторону. Ребята говорят, что тоже хотят шпагат.
Раскрываем угол пошире и продолжаем раскатываться. Все в этом мире весело и прекрасно. Каждая клеточка в моем теле здорова. Вот что нужно повторять вам каждую секундочку своего свободного времени. Каждая клеточка моего тела здорова. И вот мы уже сидим на шпагате. Дышим глубоко и любуемся видами Греции. Греемся на солнышке, но, конечно же, не сгораем. Очень важно пить много воды и пользоваться солнцезащитными кремами. А теперь мы займемся нашим прессиком. Мы встаем в планочку. Планочка должна быть ровной. Пяточки тянутся назад, ладошки прямо под локтями. Вдох, выдох, собака мордой вниз. Вытягиваем таз высоко-высоко вверх. Пяточки прижимаем к полу, и если они не прижимаются к полу, то оставляем их там, где они есть. Раскрываем грудной отдел. Раскрываем грудь. Прогибаемся в пояснице, вытягиваем все наше драгоценное тело. Наше тело – это все, что у нас есть. И обратно в планочку. Если вы хотите немножечко укрепить свои ручки и спинку, в таком случае вам может понравиться следующее упражнение. Низкая планка, высокая планка. Низкая планка другой рукой, высокая планка. Давайте сделаем по 5 или 10 раз на каждую руку. Вниз, вниз, вверх, вверх. Вдох, вдох, выдох, выдох. И другой рукой. Если вы немножечко устали, то мы идем с вами в позу маленького ребеночка и отдыхаем. Отдыхаем ровно сколько, столько, сколько вам хочется. А теперь давайте покачаем немного пресс и на этом закончим наш урок. Садимся, коленочки согнуты, ручки тянутся далеко вперед, опускаемся позвоночник за позвоночником и поднимаемся. Если это кажется вам слишком легким упражнением, то вы можете работать с согнутыми коленями. Согнутые колени. Опускаемся и поднимаемся. Колени согнуты, пяточки не касаются пола. Если вам все еще легко, то вы можете попробовать работать с прямыми ногами. Ложимся и садимся в тизер. Спина длинная, грудь раскрыта, ноги прямые. Выполните таких 10-15 раз. Этого должно быть достаточно. Если вам не хочется выполнять лишних движений, то вы можете просто посидеть в тизере, полутизере, или просто отклониться назад и опустить пяточки на пол. Как вам удобно. Я выбираю полутизер сегодня. Мы подождем полминутки, подышим глубоко и подумаем о всем хорошем, что происходит сейчас в нашей жизни. Все плохое отфильтруем и смоем в унитаз. А теперь мы немножечко отдохнем, раскроем грудную клетку, немножечко полежим, подышим и послушаем звуки, которые нас окружают. Спасибо большое, что были сегодня со мной. С вами была Екатерина Марко, Катерина Марко, Катюха Марко или Каяна Локо. Это все я. До свидания. До новых встреч. Пока. Намасте.